сейчас Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Пробуждай наши сердца, Господь, потому что жатвы сегодня ее так много, потому что люди готовы принимать Тебя сегодня, Господь, люди готовы слышать о Тебе, а мы не хотим говорить, потому что нам стыдно, потому что не хочется, потому что времени нет. Пожалуйста, пробуждай наши сердца, Господь. Делателей так мало сегодня. Мы хотим служить Тебе. Мы хотим отдавать свою жизнь Тебе. Мы готовы отдавать свое время Тебе, Господь. Действуй через нас. Идет особое пробуждение. И сила, сила Господа, она изливается особенно сегодня. Бог готов творить чудеса через нас. Он ждет, чтобы мы были готовы. Он ждет, чтобы мы начали действовать.
Всех возлюбленные Господом, присаживайтесь, пожалуйста. Давайте помолимся за наших детей. Пока детки бегут, я хочу кое-что попросить. Если кто-то хочет попить или нужно в туалет, например, то можете сходить сейчас, потому что в этой комнате будет детское служение проходить. И чтобы не мешать, не ходить туда-сюда, лучше сейчас позаботьтесь, хорошо? Спасибо. Все пришли, а малыши где? Ага, ждем. Помолимся за наших.